забираю свои сумки, где она там была. А вот, вот эти я оставляла. Спасибо огромное. Узбекистан? Да, Узбекистан. Вау. Я с ним бежала 8 километров. Ой, молодцы. Пробежала, все фоткаются, а я уже фоткалась. А это наоборот. Вау, такая прелесть. Оденьте, вы тоже сфоткайтесь. Идут. Вот мои идут, вот они. Вот они, мои голубки. Голубки мои синие. Вау! Так, вот они мои. Вот они. Вот они. Орлицы. Вот синяя птица наша. Синяя птица. Айкуля. Молодец! Ну-ка, 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 ну-ка! Вау! Вот она! Заслуженная, заслуженная награда! Вон, наконец я увидела Салтушу. Видать, кто-то ее остановил, и она там делится эмоциями. Она же звезда, посмотрите, как она рассказывает, машет руками. Это наша Салта. Это наша Салта. Слушайте, мне нужно лучше, получше нужна техника, потому что качество. Иногда видео очень слабое у меня. О, машет, 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 рассказывает. О, алзуки. Купорп. Салтушенька вся в эмоциях. Посмотрите, как она руками. А, брюги. Ақылы айтып жатыр ғой. Здесь вот профессиональный мобиограф работает. Молодцы, сразу записывают ролики, фотографии делают. Сегодня я прошел горький марафон. Вы заметили, да, не первый пробежал? Да, приехал сам Майкл Хатчсон с Америки. Пробежал 8 километров. Кажется, наша Салта заблудилась. Вот. Личная память всем павшим. Память о своем отце я сегодня сделала забег на 3 километра. Я пробежала достойно, потому что это посвящается своему отцу. Ну что, как у вас забег прошел? Расскажите. Отлично забег прошел. И сегодня 2024 год, 9 мая, мы победители на марафоне в Алматы. В Алмате, город Алмата, страна Казахстан. Ура! Я открыла новый раунд! Узбекистан, салам! Узбекистан, Ташкент, Шайхудинова, Дельбар! Машал! Посмотрите, что там внутри, да? Чтобы я уже потом была спокойна. Нет. Выдаю вещи. Я этот... Бәрін тексеріп жатырмын ғой. Расческа. Чья? А вот моя. Расческа была. Яблоки. Мое. Апельсины, расческа. Вот это вот юный марафонец с Экибастуза. Тоже с мамой пробежал марафон. Тут какое-то вручение. Региональное меня награждали. Я машину не заберу. Можно привезти. Приятно. Это, оказывается, региональный. Региональный. Машалла. Такой уровень высокий. Все, Настя, встаньте, вы забьете.